Друзья, всем привет! Вот уже вторые сутки катаюсь на довольно-таки таком легендарном спорте Honda CBR 600RR, хотел для себя его попробовать. И в этом видео я поделюсь своим мнением, повторюсь. В принципе, я езжу только второй сезон, то есть опыт у меня вождения байка небольшой. Поэтому мое мнение можно отнести к мнению, скажем так, дилетанта, новичка в этом деле. А в этом видео я поделюсь впечатлением от тех эмоций, которые дарит Honda CBR 600RR. А также сравню его с Kawasaki ZX-6R, который я брал не так давно и также снимал видео для вас. Оно есть на канале. Смотрим. Поехали. Сразу начну со сравнения этих двух мотоциклов Honda и Kawa. Как бы это странно ни звучало, но Honda понравилась мне меньше. Я ожидал от этого мотоцикла гораздо больше, может быть, потому что он очень популярный. И может быть, именно потому что я ждал от него много, я и разочаровался. Сделаю небольшое отступление. Я не сравниваю марку или модель в целом, да, Kawasaki ZX-6R и Honda CBR 600RR. Я сравниваю два конкретных байка, то есть вот этот и тот, который также есть у меня на канале. Именно два конкретных байка. Что хотелось бы сказать, Honda едет потупее. И после той Kawa 600-ки, здесь мне прям не хватало. Хотелось чуть побольше. Запаса мощности, динамики и так далее. Honda, на мой взгляд, больше в габаритах, и как-то она рулится чуть-чуть потяжелее. То есть Kawa более юркая. Что еще хотелось бы сказать? Вот основные отличия с Кавой, то есть Кава бодрее, легче рулится, и в целом как-то мне она больше зашла, не знаю. Если говорить там про надежность и про обслуживание, все мы знаем, что Honda, вроде как считается довольно-таки надежным мотоциклом. Я за это говорить не могу, потому что байк не мой, и по надежности, по обслуге это уж не ко мне. В целом, опять же, в сравнении, Кава набирает 0-200 быстрее, чем данная Honda. Ездили мы с двойкой и, повторюсь, Honda в динамике уступает. Может быть, проблема именно в ней, вот в данном мотоцикле. В целом, мотоцикл мне понравился, чуть-чуть не хватило мощности. Я думаю, просто я изначально завысил планку ожиданий от него, и поэтому немного разочаровался. Я думаю, неспроста он такой легендарный, в принципе, надежный, да, очень многие его любят, именно как спорт. И среди 600-ок, мне кажется, он является одним из лучших мотоциклов, спортов, не побоюсь этого слова. А там уже решать вам, катайтесь, сравнивайте, что вам подходит конкретно под вас, под ваши запросы, и определяйтесь. Спасибо за просмотр, будут еще видео, будут другие байки на таком беглом небольшом обзоре. Поставь лайк, если не трудно. Если хочешь видеть какие-то изменения по видео, пиши в комментариях, потому что в мототеме я не так давно, и твой совет, как опытного мотоциклиста, мне будет важен. Все, всем спасибо, друзья. До встречи на канале. Пока.
А, там вас будет. На ютубчике потом посмотришь.